Всем привет! Вот мы шли, наконец дошли до ветровой электростанции. Мы в Краматорске, на Ясногорке. Тут очень красиво. Подсолнухи цветут. Вообще такая красота. Тем более сейчас вечер, закат уже идет. Но это вот два дальше стоят. И мы тут стоим возле одного. Поближе сейчас покажу вам. Хочу показать всю эту красоту. Солнышко. Вот. Очень красиво. Особенно тут много людей приезжают фотографироваться. Ну, так далеко, далеко идти. Если на машине быстро можно приехать. То есть мы шли где-то час-полтора. Шли сюда пешком, чтобы и пофотографироваться, и снять видео. В общем, вот, собственно, ветряк ветряной. Он очень высокий, большой. И такой шум. Очень шумит. Но это еще ветер такой, то есть... Ветер относительно не сильный. В общем, много людей приезжает, здесь фотографируется. В общем, вот так вот, вот красиво. Вот, и покажу вид. Кстати, вот тут... Тут не видно, тут поля, внизу поселок, город видно, сверха такой, Краматорск, все видно, как на ладони. И сейчас покажу телевышка, которую видно отсюда, может здесь не видно, не видел, но видно вообще отсюда с горы, видно телевышку. Это когда были военные действия, ее сбили, то есть убрали, сбили. А теперь вот восстановили, наверное, через год, скорее всего, если не ошибаюсь, ее восстановили. Так что, конечно, шумит иногда. Аж внизу, там, когда там, выходишь на работу, идешь, слышно, что как шумит эти ветряки, шумят эти лопасти. Люда говорит, вот, хотелось бы покататься туда, залезть. Не знаю, я бы не рискнула. Я высоты боюсь. Ну, в общем, вот так вот. Уже солнышко садится, там тоже видно уже хорошо. То есть вот те два, которые дальше находятся, ветряка. То есть экологично, как электричество из воздуха. Вот так вот, вот. Можно будет еще показать, но мы отойдем, и я буду идти назад. Покажу еще тоже поближе вот этот. Ну вот, мы уже идем назад. У нас где-то еще много времени займет. Ну, может, назад все-таки быстрее. Мы, в принципе, нигде останавливаться не будем. Так что руки трясутся. В общем, вот так вот большой, очень шумный и большой.